Расскажи, а Кать? Я страсть как люблю всякие диеты, только они мне не помогают. Это очень простая диета, милая, но нужна сила воли. И все? Но это у меня есть. Ну, нельзя ни завтракать, ни обедать и ни ужинать. Понятно. А диета какая? Ну что, всем салютики. Кто не на диете, прошу ко мне. Хотя, кто тоже на диете, вы можете поесть просто свои диетические блюда вместе со мной. Так, ну что, сегодня я сделала отвратительный себе завтрак, потому что я отвлеклась, и у меня получились одни канцерогенчики, но это тоже своего рода вкусно, но не так полезно, как хотелось бы, и, соответственно, вид, конечно, теряется. Кабачки, ну посмотрите, какая прелесть. Это все пипец. Молоденький кабачок вчера сорвала, и так его обидела, так испортила. Ой, всем приятного аппетита. Просто безобразие. Но... так бывает. К великому сожалению. Просто вид не особо эстетичный. Я же не могу взять и выкинуть продукты. Слушайте, люди, не бесите меня. Для тупых, повторяю, не нравится — не смотрите. А разводить мне демагогию, как сегодня одна женщина, на полстраницы, читая мне морали о воспитании и так далее. Просто сделайте милость, свалите в тумане и все. От того, что вы пишете мне такие комментарии, ничего не изменится. От перемены мест слагаемых сумма чего? Не меняется. Ничего, а что? Ищите что-то по своим интересам. Только бачки, блин. Маленькие и последние. Жалко. Большие они уже не такие вкусные. А молоденькие. Самое то. Mm.